Ежегодный фестиваль журналистов Кубани по традиции проходит в городе Краснодар в парке «Солнечный остров». В этом году он посвящен году космонавтики и 200-летию кубанского казачьего хора. Программа, как обычно, насыщена различными выставками и спортивными событиями. Но в первую очередь торжественные поздравления. Фестиваль средств массовой информации – один из самых масштабных праздников кубанской журналистики. В списках зрителей – ветераны, журналисты и почетные гости. В этот день все поздравления и выступления творческих коллективов для них. Журналистам приходится очень часто бывать на праздниках. Правда, это праздники для других. Они потом это освещают, знакомят своих читателей и зрителей с теми событиями, которые происходят. И когда все веселятся, у них как раз самый пик работы. Сегодняшний день – исключение. Сегодня фестиваль, и этот праздник, и это радость совместного общения для вас, дорогие журналисты, дорогие представители нашей большой армии кубанской журналистики. От имени губернатора я уполномочена поздравить всех журналистов Кубани и все службы, ведомства, которые работают вместе с вами с этим замечательным профессиональным праздником. Сегодня фестиваль, сегодня действительно яркое шоу профессиональное, но и в этот день, и всегда мы с вами помним тех, кто отстоял для нас этот светлый мир, эту хорошую жизнь. У нас в первом ряду сидят наши уважаемые ветераны. Давайте все вместе поприветствуем их и скажем им большое спасибо. И попросим их, живите, пожалуйста, долго. Мы вас очень любим, и вы нам очень-очень нужны. Поэтому, если сегодня говорить на космическую тему, то, мои дорогие друзья, мои дорогие земляки, мы подходим к торжественной минуте и говорим «Поехали!». Профессия журналиста очень похожа на профессию космонавта. Трудно покорять те вершины, которые ты намечаешь себе в начале этого пути. Я хочу, чтобы вам сопутствовала удача, чтобы у вас было здоровье, как у космонавтов, и чтобы у вас были преданные друзья, которые всегда придут к вам на помощь, если у вас случится несчастье. Добрый путь, дорогие друзья, и пусть удача сопутствует вам на всем вашем пути. Ой, да Краснодарский край, ой, да он богат лежит, ой, да по степи река, ой, да сколько крутых бежит. В этот день на сцене звучали не только слова поздравления. Торжественную клятву дали будущие журналисты Кубани, выпускники Кубанского государственного университета. На память каждому были вручены символичные подарки – ручки от губернатора края. В это же время редакции газет и телерадиокомпании расположились на центральной аллее парка, представили свой баннер и праздничную программу. Каждый коллектив постарался внести свою особенность, тем самым отличиться от других. Программа большинства районов была посвящена значительным событиям этого года. 50-летие первого полета человека в космос и 200-летие кубанского казачьего хора. Редакция газеты «Власть Советов» разработали и представили на фестивале корпоративную и офисную продукцию. Почетных гостей, как положено, встречали казачьими песнями и ароматным караваем. В целом праздник выдался разносторонним. Это еще одно подтверждение тому, что Кубань богата талантливыми и творческими журналистами.